Тем более она прям со стола берет. Ну, мягкая игрушка. Еще одна? Да, еще одна. Кубик-рубик. Да. Дедушка Мороз, а ты можешь сделать так, чтобы мой папа... Как можно это реально? Хоть что-нибудь. Любую вещь можно поставить. Я не слышал это там. Ну, я не знаю. Новогоднюю игрушку. Хоть что можно поставить. Не расскажешь. Чего? На каком персонаже? Не надо назвать каждого человека. Нет, потому что что у тебя там? Подсказки нет. Ну это подсказки, просто похоже. Ну вообще не надо мучиться на ребенка больше. Бедный. Ну не знаю, ну какой-то квадратный раз он обыскал. Потому что... Что с тобой, а? Все, да. Что может быть квадратный колоночек? Не укатился квадратный. Не укатился квадратный. Все? Все, конец? В смысле тупые? Такие не... Что, стропок нет? Тяжелее? Подождите, а как же подарки? Все дети? Ну, конечно. Погодите, вы отдали один предмет, вы молодец. Мягкую игрушку. Да. Можно, что-то вообще ничего не говорит, вы увидите. Так, дальше. А маме я загадал путевку на море, потому что мама никогда не была на море и очень сильно мечтает. Как которого откуда? Вот этот черный? Красный. Красный? Это красный. Вот этот? Ну, это, наверное, это штучка. Сын, потом оденешь. Ты уже снимаешь? Да, пускай. С новым 2023 годом. Смотри, ты себя смотри. Тоже показывай, да, да, не да. Видно тебя. Да самое главное, ну, смотри на хапушку, ты не смотри на свою хапушку. Начинай на это все. Давай. Тебя не видно. С новым 2023 годом, чтобы он был хороший, счастливый.